Итак, поприветствуем бойцов аплодисментами. Получат раз. Весовая категория 66 килограмм, боец из Таджикистана. В синем углу, рост 175 сантиметров, он является чемпионом Таджикистана по самбо. Профессиональный рекорд 2 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Команда Мирсаидов, тренер Мирсаидов Юнус, встречаем. Лутфилио Саидумар! В красном углу боец из Кыргызстана, Сулюкта, весовая категория 66 килограмм, ему 20 лет, рост 179 сантиметров. Является чемпионом Кыргызской республики по ММА, чемпион Кыргызской республики по грэпплингу. Профессиональный рекорд 1 победа, 1 поражение и 0 ничьи. Бойцовский клуб Fighter KG, тренер Чигиров Кенджибек. Боевой псевдоним Эль Кукуй. Исаков Бекзан! Музыка. Первый раунд. Бойцы на середину. Боец в октагон. Просьба вести себя по-спортивному. Бойцы на середину.
об этом бою в первом раунде за 2 минуты 42 секунды удушающим приемом победу одержал Исахов Бекзат!